Дорогие друзья, всем привет! Привет! Рады приветствовать вас в этот прекрасный день. Прекрасный не только из-за погоды, но еще из-за того, что сегодня у нашей Катюшки день рождения. С днем рождения, Катя! Спасибо! Да, сегодня 2 сентября. Максимка в школе, а мы отмечаем днюху подобным образом. Мы находимся в Самарском лесу Новомосковского района. Сегодня, конечно же, посмотрим, как дела обстоят в Сосничке. А также не пропустим и болотца. Катя сегодня особенно красива. Обратите внимание на цвет ее волос. Натуральный. Сегодня очень хорошо, не жарко, но со мной не согласится вот этот потрескавшийся гриб. Он так не думает, ведь ему было очень жарко. Это беляшоночек. Кать! Да, наш первый беляшоночек вырос под дубочком. А этот ярче. Солнце спряталось за облаками. И не жарко, очень комфортно в лесу. Хотя вчера была жара. Да, Кать? Угу. Да иди ж ты уже! Я уже полчаса не могу избавиться от овода. Уже и ударил его. Все равно за мной прилип и все, уцепился. Не грибы ищу, а от овода убегаю по всему лесу. Ужас. Вот это есть такие мужчины. Женщины, наверное, знают. А у тебя в жизни встречались такие мужчины липучие, как вот этот овод, что меня тут донимал? Да. Да? Да. И как ты от них избавлялась? В школе такой был мальчик, который в 7 или 8 классе. Как-то само отпало. Пришло, так и ушло. Ну не в этом случае, гляньте. Да ужас, меня тоже задолбал один. Ищет, ищет. А, так он тут с другом. А мальчик был с другом. А я от одной девки еле отмазался. Девочка не должна за мальчиком. Если она не такая, как этот чувачок. Я вообще считаю, что никто ни за кем бегать не должен. Чувства должны быть обоюдными. Ну вот, наконец-то, болотце своим бледным видом порадовал вот такой вот подосечек. Стоило, Катя, мне здесь пропустить один покос, там, где растет подос, как кто-то набрел на это место и запомнил его. Поэтому здесь так мало сейчас встречается. Также здесь рядышком растет, вернее, уже, наверное, не растет, а просто стоит дедушка подосиновик. Посмотрим. Так, ну и червяки его ели. И вот наконец-то я увидел красненького. Надо туда пробраться как-то. Лезем за краснючком. Ой. Водичка меня окропляет, холодная, бодрит по спинке. Но я не останавливаюсь.
Так, здесь он зажат. О, как я его хорошо освободил. Смотри, Кать. Зато какая награда. А мои где подарки? На, это твой первый подарочек. Хороший, да? Угу. Вот в качестве подарка для Кати я иду первый. И снимаю всю воду. Беру удар на себя. Смотрите, я не могу никак пролезть. Потому что я увидела вот там грибочек. Какой красивенький. Меня не пускают веточки. Мой первый подарочек. Я слышу, там Катюша что-то находит. Ну, допускай. У нее сегодня день рождения. Кать! Этот день рождения подосами пропах. Это праздник. С росой на сапогах. Нашел еще и какого. А то я уже расстроился так сильно. А все потому, что эту грибалку можно назвать следами счастливых грибников. Я чувствую, здесь люди набрали нормально, а мы уже идем по их следам. Ой, это просто шедевр. Какой же он красивый. Ой, это просто... алмаз. Ждал меня. Красивенький какой. Чистенький и молоденький. Сейчас проверим что-то невзрачное. Тут, наверное, вообще маховичок. Маховичок. Да? Угу. Причем чистенький. Возьмем. Сдается мне, кто-то там краснеет или оранжевеет. А, Катя. Вот и следы. Преступление? Да, преступление. Твердый был подос. Не знаю, чем он не подошел кому-то. Может, кто-то просто потерял? Может, потеряли. Что, возьмем? Это говорит о том, что тут уже ловить, наверное, нечего. Ладно, в надежде, что кто-то что-то пропустил, пойдем посмотрим. Вот Катя нашла какого-то огрызка. Ну бери, смотри, как он. Может быть, там не очень. Не, не очень. Оставляем. Я думал, там можно поживиться еще чем-то. Вкусной, ценной подосятинкой. Ой, это прям какое-то счастье. Гриб за грибом. Теперь мне попался такой малюсенький вариантик. Интересно, Дима там находит или нет. Красота, конечно. У меня здесь только лишь старички. Вот, надеюсь, это мне не кажется. Перед Катюшей забежал собрать ее подарки. Ну, как минимум один. Но такой красивый, Катя, иди.
Я тебе разрешаю его сорвать. Капец. Это просто чудо. Идешь? Я? Ну да. У тебя же день рождения. Ох, какой. Гладенький. Тугенький. Молоденький. Спасибо. Спасибо. Ой. Чистенький. О, тут повылазили мухоморы серо-розовые, по-моему. Ну, по-моему, да. Вот они. Но это значит, что их можно есть, но мы боимся. А еще пошел дождь. Вот таким образом небо тебя поздравляет с днем рождения, Катя. Я не знаю, но мне кажется, это первый раз в жизни, что на мой день рождения идет дождь. Я не помню такого, чтобы был на 2 сентября дождь. Ну видишь, подарок какой эксклюзивный. А вот на пути какие-то желтые грибы. Пластинчатые. Угу. Катюша, маслятки поздравляют тебя с днем рождения. Посмотри, куда я нас привел. Какая замечательная полянка, а? Класс, а вон там, смотри. Да. Кто-то тут, ну я имею в виду, накидал бы бутылок. Мне можно начинать? Да, начинай. А вон сзади тебя. И вон там аж. Начинай пиршество, Катюша. Посмотрите, друзья. Маслятки. Еще и так блестят от дождя. Целая полянка. Ну и пусть не попались нам подосы, ну и пусть идет дождик небольшой. Он такой приятный, знаете, как часто возле кафешек ставят такие распылители с вентиляторами. Ой, это ничего, что у меня мурашки и волосы дыбом от холода. Грибалочка приятная вышла, праздничная. Обратите внимание, сосны, сосны, а здесь сосен нету, как-то между соснее, назовем так это место. И маслятушки. А вот во мху масленок. И вон во мху масленок. И тут. И вот. А прикольно так после дождя, да? Они такие чистенькие. Угу. Блестят. Катюшенька. А дальше? Болотце. И нас встречает подосик. Вот. А-а-а. Бери его, Катя. Угу. Толстоногенький? Толстоногенький. Тугенький. Что ж, идем дальше. Или ты домой уже хочешь? Нет, уже пошли, я же и так вся мокрая. Уже нет выхода. То-то и оно. Уже злоба капает. В сапогах уже чавкает. Стоишь и нет. Но ноги уже мокрые. Катенька,
Иди сюда. Очередной. Да, очередной подарочек. Правда, он такой неказистенький. Да чё? Ну он просто устал тебя ждать, Катя. Под солнышком. Где он тут? Он же крепенький. О, да. Ну вот. Он даже кусок дерева вырвал с ним. Смотри, гимнофор какой прекрасный. Полюбуйся. На. Вот тебе и ножичек. Ух. Ну, видишь. Ты не смотри, что он слегка порепался. Не смотри на внешность, смотри в душу, да? Да. Катюша, иди сюда. Встречай он. Видишь? А как я туда полезу, ты мне скажи. Соберешь всю водичку с листиков за шиворот. И паутину, да, на лице? Да. Дима, может, хватит подарков? Ты меня прям задавил сегодня. Да, я тебя завалю подарком. Бедный грибочек. Кать, ну ты же не наступи на подарок. Принимал солнечные ванны. Угу. Местами. Местами, да. Ох, какой идеал. Угу. Смотри. Ну-ка, мне отсюда не видно, Катя. Не видно, вот тут, Сань. Вон. А, так торчун. Ты торчун. Ты таких маленьких. Я по таким специализируюсь. Видишь. Заметь? Угу. Ну, этот я тебе помогу. Да? Ага. Ой. Головастик. Я тут еще увидала. Прям в пенечек. Конечно же. Молодец. Смотрим, что тут у нас. Ой. Смотрите, это прям сегодня мой размерчик. Манюсенький. Сейчас сфокусирует. О. Наверное, нужно ускоряться. А то там что-то такое страшное находит. Катюша. Вот, наверное, заключительный будет наш масленочек. Потому что уже вон капает. Все стекает по штанам в сапоги. Заберешь? Может и. Могу и я. Одинешенек. Да, почему-то он здесь один. Держи, ты у меня. Вот такая вот грибалочка у нас сегодня получилась на день рождения. Всем пока, до новых встреч и спасибо, что были с нами. В этот прекрасный день. Да, в этот прекрасный праздничный день. Ждем ваши комментарии, лайки и до новых встреч. Пока. Пока.